мы опасны. Нас лучше бояться, иначе мы выиграем третью игру подряд. О да, какой бросочек. Мужик молодец, хорошо играет. Это тоже, кстати, неплохо. Сначала не угнал, потом вроде ничего играет. Вроде молодец. Ну, давайте, мы готовы. Подкидывайте супер мяч. Я, кстати, еще ни разу не пользовался скиллами. Потому что я рано опять поймал. Я опять проебал под бок. Опять рано. Ну, наш проблем. Рано, опять, рано. Прикиньте, я мог подобрать и рано. Видите, что происходит? Я опять самый маленький. А кто накрыл, кстати, интересно? Я или он? Ребаунд. Его бросок на самом деле. Да. На самом деле непонятно. Иногда мне нужно в зелененькую крин попасть, а иногда мне нужно. Ой, какой пас. Да бросай, ты один стоишь. Что-то мне первый раз за очень долгое-долгое время вот команда так проперла, я просто с ней играю и не хочу уходить. Давно у меня такого не было. Красавчик, завис его. Я раньше тоже, кстати, много зависал. Видно, что пацан почувствовал, что команда защиты слабенькая. Команда защиты проседает очень хорошо. Ну, нападение, по крайней мере, не забывает. О, кто он отошел вообще? Ну все забивает, я не знаю, как это делать, но... Ну просто все забивает. Ну пацаны, кстати, они в защите проседают, но при этом... Кто тут красотка? Блин, я просто тащу ступки игры. Ой-ой-ой, какой классик был, видно. Красавчик. Знаете, вот я редко топлю за команду. За чужую команду редко топлю, конечно, но... Ну, сейчас было очень красиво, так опасно, знаете, в разрез. Старт, get ready, старт. Старт, get... Ну, кстати, я нормально подумал. Подбор проигрываем. Сразу видно, я не подбираю, никто не подбирает. Мы три раза подряд подобрали. Прям как я в одной из недавних игр. Тоже три раза подобрал. Кстати, на самом деле с моей игрой мне прям... Видите, он прям... Кстати, интересно, как он скину ставит? Какую кнопку нужно нажать, чтобы скину поставить? Нормально. Good defense. Ну, кстати, защите просили. Раньше охеренно проседали нападение. Ой, нападение хорошо играли на защите. Проседали, сейчас защите нас вообще просто... Просто вообще разносят. Но при этом мы выигрываем. Это странно. Да нормально, расслабься. Бросай, один. Рано нажал. Рано, очень рано. Видите, начал терять концентрацию. Вот, все нормально. Ой-ой-ой. Тварины я подобрал, но мне не да... Нас обгоняет. Мне кажется, нам нужно собрать булочки. Дай этому беленькому уже мяч. Ой, черненькому.
Ты бросаешь, ты дай черненькому, он забивал, алло. Не надо сыпаться, блин. На, играю. Жив. Видите, он забивает, на него надо играть. Он забивает все, что париться, если у нас не получается. Ну, давайте, он такие популярные. Ладно. Нормально. Он, кстати, что-то спать начал. Черненький, ой, наш этот мужик в смокинге, который тащил. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Когда пацан тащит, надо давать ему играть. Ой, это вы блок был, не? Видите, что делает вообще пиздец? Он один на один обыгрывает. Один на один. Ему даже заслончики не надо ставить, он сам забьет. Блин, видите, мы сейчас за наших тупых действий. Дай этому. Дай мяч. Что ты творишь-то, а? 30 секунд, давайте. Где наш чайник? А чё, никто не подобрал, что ли? Или чё было? Блять, мы сейчас все время кончится. Чё не мяч-то не отбирали, мужики? Алло. Но все равно проиграли. Жалко.